Я вас приветствую, дорогие друзья. Так, что, идем туда, в сторону выхода и тихонечко. Слушай, подожди, я не сделал, как в прошлый раз, что-то. А, не, все, подключается наш. Ведешься некрасиво. Так, что. Мы находимся на выставке ледовых скульптур. На выставке ледовых скульптур нашли следующие скульптуры. Так. Ребят, всех с праздником еще раз, с Новым годом, наступающим Рождеством. Я вот с детьми гуляю на выставке скульптур. Сейчас детей покажу. Вот. Ребенок Эдуард Плешка. Первый ребенок Эдуард Плешка. Эдуард Александр Петков. Ламулсань. Еще один ребенок. Ламулсань. Маесте Шейчинява Ашану Мита Плахутнюк Авокато Челор Авокато Челорей. Вода сама. Офимеев, Румушек, Камаренцек, Улад, что на мету не будет авокадо дьявол. Иначе с вами нормально. Анна Усаки, Румушек. Кстати, почему я не ребенок? Все ребенок, да. Елена Грицко. Ламултань, Молдова, Софица Натош. Лена Грицко готовится к дню рождения. У нее завтра день рождения 35 лет. Спасибо. 25. Мы с ней на день рождения приехали. 25 лет. 25. Готовлюсь, да. 25. Были еще творческие люди, но они куда-то... Идем тихонько в тур. Мы находимся на выставке. Значит, скульптуры сделаны из льда. К сожалению, хотелось бы, конечно, сейчас гулять в это время по площади в Бельцах, но имеем то, что имеем. Вот. Так, сейчас. Так. Так. Так, страна, которая слева, знаете, команда. Спасибо. 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 Неужели я вас встретила? Неужели я вас встретила? Так получается. Бельчанка, а, вы бельчан... да. Вот встретили бельчанку только что, Карину. Привет, мы сейчас в лайве. А? Да, то что? Праздник. Да. Да. Так. Значит, да, покажем. Сейчас покажу вам несколько прикольных скульптур изо льда. Очень красивые. Да. На горках кататься. На горках кататься не разрешают. Петков хотел прокататься на горке, но не получилось. Выходят. Так. Смотрите, как красиво. Будем называть часть тела, только кто мы их называем, сразу их горячие, чтобы наши стрельки их не заморозили. Ну, например. Например, что? Например, мы будем называть часть тела руки. Это значит, что вы, вот, товарищи, которые стоят в паровозе, вы не берете вперед, да, руки, но как только снеговик приближается к вам и хочет прикоснуться, вы их должны убрать. Но если он окажется ловче, чем вы, значит, вы заморожены и становитесь уже снеговиком. Покидайте круг и становитесь в его центр и ловите остальных. Всем все понятно? Ну, раз все понятно, тогда называем первую часть тела. Это... красивейшие. Босики! Урсаки заказала на завтра глыбу льда. Будет выбивать этот, взяла молоточек, отвертку, и завтра Плохотнюка хочет потихонечку с утра вырезать скульптуру. Уже эскиз готово. Грицко нос. Я подарю тебе на день рождения. Все, кто играет Симонату, Симонату. Подарок не надо. А Велику Симонату заодно аж пару смен. Кто-то попал. Так, давай.
Это другую часть тела. Сейчас мы с вами будем прятать ладошки. Ладошки, прячем скорее. А я пойду проверять. Давай проверяй, а я тут с высоты птичьего полета погляжу на всех вас. Итак, прячем ладошечки, чтобы снеговики вас не заморозили. А кто у нас сейчас попадется? Опа! Попали! Всех предупреждали, прятать. Так. Мне нужен отчет по ладошкам. Есть кто с пойман? Никого? Нет, да, на улице никого. Плюсовая давай температура. Теперь будем прятать давненько, животики. В Новый год такого животики не было. Идем на выход. Встретил еще одного творчества. Прячем это свои не животы. Это не Насыр Миржи с Молдавии случайно? Случайно, абсолютно. Случайно, точно. Видите, что... На площади. Давай на выход. Я читаю, а потом все песни не спою. Ну так, снеговики, отчет по животам. Сколько брюх наловили? Ни одного. Ну хотя бы кто-то. Так, уважаемые так, друзья, с Новым годом. Спасибо, ребят, за поздравления. Я тоже вас поздравляю. Еще раз со всеми праздниками. Я очень надеюсь, что все события негативные остались в 16 году, в 17 будут только позитивные. Хотя нам с утра уже преподнесли подарок, в кавычках. Значит, Шеремет Игорь находится в отпуске в Румынии. А получилось так, что сегодня ему пришла повестка, чиня. Возбуждено дело, его там уже обвиняют в особо крупных размерах в мошенничестве, значит, пришла повестка. Поэтому, как я говорил месяц назад, они начинают с того, что сейчас будут бить по Шеремету, для того, чтобы они провели в Бельцах новые выборы по их сценарию. Вот такая ситуация. Поэтому со второго уже нас. Молдаване идут наши? Вот. Вот такие дела. Но настраиваемся на все позитивно. А время покажет. Поэтому, друзья, вам всего доброго еще раз в Новом году. Мол, Санса, Натать, Ферричири. Букури шмержим дарны. Водорез косяра, кыт мой фумас, и шеймоти, кыт мой позитив. Папа.